не стой в жопе где-то. Хотите узнать, сколь могущественна плеть? И этот ДК не бей ЛПшками, вот этот Брутелло, блядь, когда я забираю босса. Нахуй ты долбишь босса ЛП, я не понимаю. Как только станет. Бля, нахера стрель ты мне так кидаешь? Ты трэш, ох, войско точнее. Идем, трэш. Давай войск. Просто дашь войско, давай войско сейчас. Тхом. Уронили, молодцы. Ну, пускай играют в босса, я дам сокру. Там такая метка, знаешь, две тычки и умер. Мне кажется, вот ты подпиздиваешь что-то. Ну это маг был Орегано. Да я знаю. Роль через защиту. У магов тут сколько хп? 18 тысяч, да? Это ты какого Сансилу? 4К Гц выбрал или что, блядь? Не, не, Орегано. Ну тоже примерно такой же Гц. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от них. Клинок. Ну, он 18 дал мне без. Портал открыт. Покажите, блядь, у меня нет, блядь, ну, забагался рекам. Ну да, дал 18. Покажите, линканите. Ну, линканули в гильдию. Не вижу. А, все вижу. Спасибо. Там 3 тысячи магу, короче, по 10, по 12 тысяч. Бля, мало. Больше скота выжил. Нет, ты должен понять моего, когда тоже без его. Этот, чтобы, блядь, как его карма-трэш. Кот. Слышишь? Фокус. А. Помнишь моего карма-трэша, как я ебашу? Еще раз. Карма-трэша моего кота, помнишь, когда я не ебашу или нет? Ты... Еще канал Бифан времена, помню, конечно. Ну, блядь, я ебашил там пиздец, блядь, по 24 куска котом, на. Ну там код, да, заряженный был вообще. Ну тогда же профы все работали. Там
у кота не было только Селивана, а был этот плащ с кораблей, все остальное на нем было, короче. Я ему башню. Селиван, кто вам это вообще сказал? Убейте Ваги. Что-что? Ты о чем? Убей. Эти моста нравятся такие. Давай 3 FPS. Сколько FPS? Это самый Дима. Плащ этот, ну, Сильванаш, это ж бис, на кота нет? Не, бис кораблей. Ну, тогда у меня был бис-кот. А зачем вообще одевать этот сильвановский плащ? У кота и так перекап крита получается в бис-мещах. Бессмысленно его одевать просто. Да сраки, тот арп, ты у кота все вещи с арпом полностью, он и так без проблем арп собирает. Там хосту ударится потом. Там 0.86, по-моему, в идеале хоста нет. Не, в идеале 0.69. Он уже давно играл. Я 0.75 так. Очень давно играл, блядь, потом, блядь. Это лет до лет. Это, блядь, еще 14-й год, блядь, ебать. Это не башен, блядь, я всю хуйню котом, блядь. Я Саньку нам эту часто кота своего давал тоже поиграть, короче. Ну, я этот самый солянца перенес кота и давал Саньку играть. А сколько вообще ДПС рейда был? 306. Убейте, это там моб бежит. Тяните ДК, Дима. Потяни, он будет бежать. Буду собаку тоже. Они там загрели две сразу, вы чё? Танков. Бейте тогда вонючку, бейте вонючку все. Чтоб танков менял кто-то вон. Нихуя не агрит, они что, ну танки дохуя или как? Этим мостом. Вас, да, две собаки разъебали. Протопал хорошо все делал, не?
Стан. На РНЖ Альтея, Артвейдер, Баба Бык, Филипец, Доскан, Протопал, Маратарис, Ёжик в снегу. Все, выходите на РНЖ. Чек на бафе готов. А ну все угу. Давай начинай, братан. Это крутно. Гер. Где нам двигать отсюда? Антидоксы не уберите раньше. А ты говорил магу орегано на раньше идти? Турбол, захиливайся. У магу, никакому магу ничего не говорил. Почему орегано на раньше? А почему орегано на раньше? Ему так лучше играть. Ой, петля, лох, петля. У нас сейчас будет взрыв, короче, когда большой уже будет. Блюю, блюю там аккуратно сразу. Не поднимай, что-то багнулось. Пики Мораториса, все маги на рейндж вышли, все маги на рейндж. Взрыв, можете бежать. Бегите. Да, разбежались взрыв, и все на рендже будем стоять. На рендже все будем стоять. Пать. На рендже. Беги, ёжик. Приветствуйте, Пауш. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Короче, надо кому-то. Он оставил мой.
море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Объект. Потрясающе! Читать это заклинание. Что там роль? Не, после главного. Позже фокс включу. В квадрат и полумесяц. Че сбегаться? Бафы готовность. Эти фулбаф гутербол. Калк. Все готовы. Друиды. Баб, дайте гутербол, на гутерболе нету монорейки. Ну тут тоже. Все, погнали. Молодхилик. Зона выглядит. Ну как, заберу босса, альфашки не бей, пожалуйста. Вот на меня сейчас тут перевес. Зона. Филиппец.
Бизон. Дима, там перед советом смотришь успех на штанке, хорошо, я отойду. Да? Перед советом. Веселый. Я на совет вернусь, там пока трэш. Я отойду, хорошо? Покупал. Боты. ПГЦ. Ты всегда был моим любимчиком. Паша, твои? Как и гниломорт. Молодец, что остался. Ротис, поги. Я его даже чувствую. Да фиг избисывай. Так. Смотрим. Ёжик в снегу, курсат, сенсила, орегано. Баба бык. Доксон, наверное. Доксон. Альтея. А, доска. Доксон. Да, доксон. Альтея ролил разве? Доксон, не знаю. Альтея тоже бисва. Сколько ПР было у него? 30 почти. Бля, когда-то у одного мага было 48, бля. И 30 кинул истерии на Вальку, да? Это не тогда было. А не, тогда было, это точно. А вместе шкикали тогда, блядь. Это та же история, как у Войда с конем, блядь. Был там один конь в личе, блядь, который коноп сролил, но Войд... Хотел сказать, где... Блядь, походу нихуя умного. Ладно, потом. Давайте вниз. Вниз спускайтесь, иначе бой будет висеть. Там Войд, Гутербол, вы вообще первые станьте при входе в чумку сюда, чтобы не вылезли с текстуры. Мне нужна цель. Ебучие жуки, когда их уже починят, блядь? Жуки идут на нормальных пацанов. Какие вообще-то сползаются, ну не будем тут грубости говорить, бля, но мы знаем, на что жуки сползаются. Это мухи. Жуки тоже, бля. Смотри, они мои фрейм насмотрят. Угу. Я их позабирал, блядь, свой, да, блядь, гутербола. Да нет, ты там только три можешь забрать, а они все на это смотрели. Райт, да, конечно, блядь. Лолист. Сейчас тяжко будет нам. Пекайтесь там, чё, 2 хила захилил. Тут ДПС жопа. 4 хила, 3 шама, полипал, тут не должно быть проблем с захилом. Лики будут стоять в квадрате. Когда будут бегать звездочки. Филипец, отпивай ману. Филипец, ману отпивай. Чек на баф и готовность, будем стопать, ждать зеленого слизи. Давайте только быстренько, мне надо там машину переставить. Все, давай. Пей, только первого не замедляй. Попил. Иван. Все, начинай.
к зеленому гранику. Топнули уже, попробуй не бейте. Почему передать умрёт сейчас? Пьём зеленого. Выбежал. Те зеленого бьем профа. Сбежали, сбежали с цели, к ханту. Бьем профа. У кого зеленый дебаф, стали в квадрат. В квадрат у кого зеленый дебаф. Афа бьем, погнали. Откинуло, сбежали все в квадрат. Квадрат сбежали. Квадрат, квадрат. В череп в квадрате. Тут таргет. Тут красного. Боб, 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 боб. По Филипп, по Артвейдеру, все, добивайте. Все, бьем профа. Пельмени, центр. Зеленый экранник. С красным. Как оставляешь уже? Зеленый экранник. Пельмени, центр. Бьют зеленого. Ой, этого красного. Милики бьют профа. Палочка, беги. Пельмени и колба. Фокус, твой человек вообще не умеет играть. Но старается, Дим, правда. Я больше врать ее не возьму. Все зеленого. Она научится. Пычки учиться. Бьем профа. Профа играем, смотрим, что сколы будут, пельмени центр. Ты к столу веди. Тип бьет профа, РДД с этого зеленого, ой, красного, красного. Долго оставить ближе к этому. Ты лужу тут, Ваня. Добиваем. Попереводим. Уводи ближе к столу. Отлично перевели. С дебафом от зеленого стали в квадрат. Геру бьем. Ты бафу. На мне красный. На вкус как вишенка. Ой, извини. Жались к цели. Видите, страшного. На красного. Смотри. Добивайте зеленого. Отлично. Бьем профа. Центр. Смотрим лужи. Води, слушай, води, води. Убираем.
Пацаны, ну что вы делаете? В колбах взрываетесь. Проф, это не колба. Это проф ударил меня. Проф всех убил. Как он вообще хила ударил? Что это за дичь? Киджайнс. Ну не знаю, на мне два стака, я не знаю, нахуя вы таунтите, блядь. Первого трая рольтинет. Да, про диван забыли, наверное. Да на мне было два стака, нахуй диван, они, блядь, начали дергать, блядь, ну, хуёво, короче. Там все нормально убивалось. Там, блядь, на мне было бы 4 стака, я бы дал сокру, короче. И, блядь, декап забрал, тоже поймал четвертый и пизда, ну. Там нихуя не надо. Ну, хуй знает, как вы там поумирали. Просто вас войд хилил, блядь. Блин, коните. Мою, например, смерть. У меня просто забагилось все. Меня проф ударил, я точно это видел. Вот гутрубола. Тупо на хила пошел, раз, фигать. Ну да, проф. Вот как все похилит, нормал, блин, на раз. Понял, когда воин на вальке подбежал к моему порталу и прыгнул хулипалами, все равно обосрался, блядь. Ну, блядь, так нахуй ты создаешь хило, блядь, объясни мне, блядь. Ну так я в РСке зато умею хилить. Да пиздец, блядь. Вот, если ты умеешь хилить, ты умеешь хилить везде, блядь. Ну так я умею хилить. Слышишь, этот, Дима, там я просил тебя спекнуть в танк, мне надо отойти. Есть у кого спек в танке? Ребята, спекните, пожалуйста, на трэш. Мне нужно отойти, переставить машину. Да иди, похуй. Разберемся. Ну, разберитесь, пока мне просто в натуре надо отойти. Меня, бля, просили еще полчаса назад. Контроля 4 креста, 2 ретрика. Че, есть танки у кого? Зачем танки? Вон контроля 4 креста, 2 ретрика. Это 6 мобов можно законтролить. Давай, брутало, погнали, мы чиним танки. Нам же надо их убить, не законтролить. Так законтроленных не надо бить, добить того, кто не закрыл. Агри всю эту фигню, не парься. Я же сказал агри. Ты в танке? Правда, класс? И сферу никто не берите, пока что. Значит так.
Звездочка Фера, кружочек Калк, Баба Бык, Ромбик и полумесяц Альтея. Идите, контрольте покаянием, оковом, чем хотите. Потом лужу накидали, конечно, прикольно. Кинули бомбу, блять, на покаяние. Войско, этот, войско фигач, и бейте все гневом, палы. Давай, Фера, первый гнев. Давай, второй. Звездочку, потом будем резать павших. Кстати, павших. Ну, шкафани, пожалуйста, Каймандри, Суманьон сейчас или Санду. Понял, не шкафнешь, давайте по контролям. Фера, звездочка, Калк, Ромбик, Баба Бык, кружочек. Погнали. Дайте. Видите, вы, конечно, классно. Даю войско. Уйдите все оттуда, не бейте массами. Массами не бейте. Там треугольный ромбик. Кто дал БР? Это заклинание еще не готово. Гутербола хильте. Ты чё, я уже здесь.
Чё там, Джерри, Дима, прием. Чё? Будем делать дела. А будем делать дела. БДК на двоих протопал, на одном чек на баф и готовность. Тоже к снегу, Хурсань. 2 минуты, можно, пожалуйста? Я сейчас получу. Кто умирает от вы, от них, получает 500 ГП. Правила не поменяли. Все, все готовы, погнали. Альтея, Филипец, Бабабык на Акинетике. Охотник на пулиш, Талдорама на Брутелла и Саня на пулиш. Также Талдорама на Брутелла через шквал. Можешь начинать напуливать через этот. Волонар сразу, шквалом все равно заденешь Талдорама. Влевее сразу двинешься от Брутелла, чтобы протопала была зона для килисета. Все, погнали. Опасно сагрил Брутелла, нечего сказать, двигайся уже левее, левее от тебя, двигайся. Разбежали с выхода. Жарились, выход. Босс. Бейте Талдорама и дайте Геру. Моя чаша полна. И прольется кровь. Будете сейчас разряжать? Не знаю. Бьем Келли. Точечно. Темная сфера сделала меня неуязвимым. Прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша. Где оттуда? Идите, пейте уже келесета. А когда дать циклу? Жаль, слышу. Три сел возложения, смотри, как зарешало, да? Пейте хатка первому человеку. Талдорам. Топ вещь на холле простал вроде Эрдру. На Эрдру топовый. Пойдемте дальше. Передай вещь, могу.
Погнали, бьем. Угу. Давай, войско. Встаньте по очереди, паладины. Гневом небес. Сначала Калк, потом Фьор, потом Войд, потом Мифрейм. Паушу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Нахуя? Дайте каску по ДК. Куда ты побежал? Доска. А. Дайте футбол по рейду. Каску по ДК. Калк, дай каску. Чек на баф и готовность. Танки первые пойдут. Сейчас победим оно. Что, Марат, ты готов? Все, все готовы, танки пошли. Танки! Убьем. С фактом. Беги. Сбежали с факту. Разбеги.
Али, смак там. Я не смотрю. Силь, обеги. Или глыбу прожми. Сейчас дашь антифир на цель с меткой. На курсача два антифир. Жу набрали. Уже к снегу. Читай гимн на ман. Давайте герб. Да. Фрайда когда, да? Я дал. Небесный. Тени не смотрим. Сбежались. Снегу беги. Как там сбежались? Сбежались. Беги. Нас прожмешь. О, и колье, и сапог. Это шеи кого-то. Тапки, блядь, колье, блядь, в натуре охуенный рейд. Фальтик. Эту фигню. Так, Маратарис. Маратарис, да? Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши... Мы защитники, кроме. С их помощью мы пробьемся через зал. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Дайте на пул Артвайдер, хан. Левую. Жалкие создания, умрите! Никогда. Скорей, вперед! Дотянуться
до верхней. Да, звездочку. Умрите! Я достойно жил после смерти. Точно, полководцы умерли. Что с тобой, ты? Да, извините, ребят, извините, я нечаянно. Сука, ворнул голосину. Понял, смотрю, дурню смотрит сторис на втором, ну, на компе, блядь. Сражались с плетью. Да огонь! Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Честно, ты прав. Дима, есть кому танкануть, короче? Сейчас посмотрю, есть какой-то танк. Плетные бафы. Есть эти досками. Бабабык, ты тут? Вон Англив пускай чекнется в танк, а у него же был танк. Ну, нету танк. Мы сделаем попроще, давайте 3ДК, я, Фростмон и Пох, врубайте фростойки, будете танчить, будем танчить все троем справа, а Брутелла слева, вот и все. А ты спекай всех хила, и будет 1, 2, 3, 4, будет 5 хилов, плюс калк, 6, 7, 7, 7, 7 хилов, будете летать за звездочкой, вы быстренько всю эту хрень захилить. Я рыбку. Да, обновите каску. В каске бафы. Готовность. А что тебе уже не хватает, ман? Все, все готовы, походу. Не-не-не, стой. Тебе хватит 50 ман, и ты зайдешь в портал, и у тебя уже все будет регениться нормально. Ладно, похуй. Все, давай, погнали.
дождь и зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах, и воскрешение. Видели, сляли резчика, доведели. Да, добавьте мне. Мои силы. Одного порезка. Залечите мои раны. На рейде должен остаться, я что-то завтыкал. Давай, курсач, ты на рейде останешься. Приходи в портал. Забери большого этот. Доскан резный жанс. Запахайте гутерболу шамана. А Курсыч, ты будешь хилить или нет? Залей. Бесный, подними джанс. Понял. Этого огненного убей. Брутелло, забирай большого, бьемся большого и подавление справа, лево, подавление приоритет. Дайте, у нас Курсыч. Нахуй, я портал. Ваня, тебе придется быть в танке, потому что у нас Курсыч не вывозит захиливать рейд танка. Че вы, в смысле, упали? Давайте бейте. Танка нету, куда бить? Все, пока. Контрольте, мобов, бля, пиздец. Пизда, давай, тут рейд упал, нахуй. Кто-то еще взял, прыгнул, блядь, в мой портал, блядь. Падайте. Ваня, будешь в танке. Курсыч, пожалуйста, хиль как-то больше, у тебя шаман 6.3, ты должен хиль рейд захиливать, тут ДЦ рейд один захиливает, ДЦ, у которого нет точечного хила. Исповедь. Это потоковое заклинание, точечный хил приоритет, что он сразу поднимает 30к, ДЦ поднимает 30к где-то за 5 секунд, шаман поднимает за секунду. Что это? Исповедь ОДЦ. Сколько она там? По 7 тысяч, да? Ну, 21 тысяча. Это потоковое заклинание. Потоковое, которое действует 2 секунды с половиной. Шаман волной поднимает. В ДЦ вполне нормально даже и быстрым на вальке хилить рейд, там нехуй делать. Быстрым раскидываешь просто по всем, у кого щиты спали. Ну да, танк-то 30 тысяч сложно отхилить. Ну как бы прожиматься надо, хуй знает. Отходить от моба, там, уколы кинуть ему, хуй знает. Там же толстый только пробивает боль, остальные все. Нет. Вам танк нужен? В танке оставаться или в хила стыкаться? Ну, в хила, вернее, танк остыкаться. Да мы без каноба захилим нормально. Пускай лучше там потом летит мобов. Я пока
Не ожидал, что будет вайп. Ну, я спекну станка, да, чтобы без проблем было с волки. Давайте футбол. Так ты, курсач, не стой, где мобы выходят. Все, все готовы, погнали. Погнали, 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 нет времени на эти фласки, на господа. Управление, приоритет. Почему большой бьет райт? Не бьет райт. Он стоит, бля, вообще в этом. Встань от меня. Так-то. И справа сверху. Вот ты с меня забираешь. Приоритет слева, справа. Я пока не могу прочитать это приоритет, бейте его. Он справа и слева сейчас идет. Блядь, блок умирает, когда подавление выходит, блок умирает от того, что срывает огромно жирным, блядь.
Глянь, ну только заглянь. Тоже лут неплохой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Кольцо уроки. Ой, тут тапки отдали. У него в спек уроки. Да, это бис, скорее всего, да. Нет, этот самый бисовое кольцо с тухлого падает силовое с росту ДК. Можно и то обидеть. Грудь на мага. Бисовое силовое. Блин, ну я бы не знаю, магу тут отдавать это бис. Лучше печеньки я отдал. Так роль ты на мейн, блядь, ты пиздец, блядь. Корригана ППР выше все равно. В смысле, магу сразу отдавать. Пойду убью здесь. Тоже подучай налью. Знаешь, аж вот, ты там хиль, короче, сейчас нормально на синдре, у меня напали, тут просто резиста нету. Да не упадешь. Спустя 2 часа. Может, ты все-таки купишь себе фрост резист? Что спустя 2 часа? Да ладно, забей, не зашла шутка. Что спустя 2 часа? Я пошутить хотел. Не понял, еще раз. Я говорю, спустя 2 часа будет тебе говорить, может, все-таки купишь просто резист? Ну тогда я зайду, короче, вторым паладином и потанчу, мне вообще похуй. Это вообще не проблема. Если, блядь, будут какие-то проблемы.